беседу. Совет Федерации поддержал второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Высшие награды Медведева. Поздравляем вас! Новый номер газеты «Любимый президент». С победой второго срока Медведева, с высшими наградами. Слава честь России! Медведев, пусть Совет Федерации, просим Совет Федерации тоже поддержать второй срок Медведева. Вы пригласили все мировые кинофестивали. Спасибо вам. Вот они, герои нашей МЧС. Самый лучший в мире. Господин президент России, полковник сил России Дмитрий Анатольевич Медведев. Поздравляю вас, вашу уважаемую супругу Светлану Владимировну, Людмилу Медведеву, Чебунину, ну и сам Сергей Шойгу. С высшими наградами. Слава честь России. Поздравляем вас. Герои МЧС самые лучшие в мире. Наш МЧС самый лучший в мире. Поздравляем вас, дарим вам новый номер газеты. Героям нашей МЧС самый лучший в мире. Дарим вам новый номер нашей газеты. Дарим вам, пожалуйста. Уже поддержали все герои МЧС, поддержали. Шойгу поддержал. Жириновский все поддержали второй президентский срок Медведева. Тоже просим вас. Тоже поддержать второй президентский срок Медведева. Спасибо вам. Просим наградить Сергея Кутугедовича поддержать второй президентский срок Медведева. Спасибо. Наш МЧС самый лучший в мире. Высшие награды, ордена, медали героям МЧС. Слава России! Ура! Победа на века! Голосуй за второй президентский срок. Поздравляем героям МЧС самые лучшие в мире. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас мы к жаме, господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Иванович Путин, Александр Владимир Владимирович, Сергей Путин, Сергей Семенович Собянин, Сергей Кольжевич Шойгу. Партия «Единая Россия», поддержка всенародная. Уже патриарх Кирилл благословил партию «Единая Россия», поддержала. Мы, Нестор Метлицкий, тоже голосуем за второй президентский срок Медведева Дмитрия Анатольевича, за высшие награды ордена Медведева, медали Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевича Медведева, Владимировича Путина, Александра Мария Владимировна, Кирилл Путин, Сергей Семенович Собянин, патриарх Кирилл, партия «Единая Шойгу. И также поддержал партию «Единая Россия» и Владимир Ильич Жириновский. Шойгу, Собянин, наша Россия, наш президент. Партия «Единая Россия», наша Россия, наш президент. Сил, права и честь. Бортников, Коновалов, Чайка, Чердюков, наша Госдума, Совет Федерации, администрация президента, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, единый российский портал. Генеральная прокуратура. Южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Вы творческой группы Нестор Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна. Мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самого прогрессивного рядового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партия «Единая Россия». Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. В этом сила культуры, в этом же сила и церковной традиции. Потому что деятельности правительства Москвы и развития города. Славянский мир, славянская культура, славянская письменность всегда были и останутся прочным фундаментом России, ее дальнейшего развития. Поздравляем вас. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда.
Голосуйте за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос вводит второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Вас мы горжем, господин президент России, Михаил Николаевич. Сирил России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Леонид Медведев, Владимир Кунин, Мусан, Гарри Владимирович, Бунчев, Десимон Савянь, Патриарх Кирилл, Партия Единый, Российский, Фурсенко, Андрей Александрович, Андрей Александрович, Авдеев, поддержка всенародного Собянина, поддержка наше образование, наука, самые лучшие в мире, лауреаты-победители Медведева, Дмитрий Анатольевич, Светлана Владимировна, Леонид Медведев, поздравляю вас. Наше образование и наука самые лучшие в мире. Уже все поддержали второй президентский срок Медведева и высшей награды Медведева Путина. Фурсенко, Осипову и вам. Героям спасибо России, вам спасибо. Большое. Спасибо. Наша Россия. Нет, вас, нет, вас наша сила, право и честь. Поздравляем вас. Новый номер газеты «Любимый президент». С победой второго срока Медведева, с высшими наградами. Слава честь России. Медведев, пусть Совет Федерации. Просим Совет Федерации тоже поддержать второй срок Медведева. Вы произошли все мировые кинофестивали. Спасибо вам. Спасибо вам. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Голосуйте второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуйте за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдать. Вас, уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России. Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Путина, Сергей Семенович, Петряш Кирилл, Патрик Единой России, поддержка Федерации, Госдума Совет Единой России, поддержка народа, поддержать президентский срок партии Единой России. Дмитрий Анатольевич Медведев, поддержать второй президентский срок Дмитрий Анатольевич Медведев, Илья Россия, Жириновский, Торшин, Юрий Яковлевич, Чайка, Собянин, Сергей Семенович Собянин, Госдума Совет Федерации, Грызлов, Воробьев, Исаев, Ишмаков. Поздравляю. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдать. У вас многоуважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженных сил России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Ильич Медведев, Владимир Путин, Дмитрий Александрович, Мария Владимировна, Екатерина Путин, Сергей Семенович Собянин, Патриарх Кирилл, Партия России, поддержка всей народа, наша Россия, наш президент, вас от силы, право и честь. Пейте пати. Большой привет. Мы сделаем, движется вперед, только вперед. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, тоже привет. Ладно. Большой привет.
Так что мы... Мирия Анатольевича Медведева. Поддержали все участники сегодняшнего российского собора. Наш президент воскресил правый курс прогрессивной передовой. Мирия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Владимир Шипунин, Александр Мария Владимировна. Владимир Вольфович, поддержите второй президентский срок Медведева. Высшая награда Медведевым, Путиным и вам. Вы наши герои. Хорошо. Спасибо, восхищаемся. Спасибо. Наша Россия. Только что Владимир Вольфович поддержал второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Высшая награда ордена медали Дмитрия Анатольевича Медведева. Светлане Владимировне, Медведевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Мирию Александровичу, Марии Владимировне, Кириллу Кунцеву, Весимовичу Северянину, Антону Эдуардовичу Медведеву, Лярку Кириллу. Партия «Единая Россия». Наша Россия, наш президент. Вас, наши силы, право и честь. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. Вас поздравит господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Пунин, Александр, Мария Владимировна, Владимир Путин, Владимир Путин, Антон Эдуардович Сергеев, это патриарх Кирилл, партия «Единая Россия», поддержка всенародная. Снова 2011 года. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла. Мне Смитрийский вызвали второго президентского Дмитрия Анатольевича Медведева, на который все корни регионы поддержали. Об этом и сказали сами в нашем мире. Катюша, Берегова. Поздравляем! Все высшие награды 32-го международного фестиваля Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимир Катерин, Владимир Путин. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим господина президента России, друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом. Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Южных морей до полярного края раскинулись наши леса и полет. Патриарха Кирилл. Одно ты на свете, одно ты такое, понимая Богом, родная страна. Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Много счастья вам, Лена и Людмила. Ты что, еще съездил? Сейчас, поехали. Дай, засни меня. Поздравляю! Этот спортивный спуск мы посвящаем с любым уважением вам, Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Светлане Владимировну, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимиру Путину, Александру, Марию Владимировну, Ксению Путину, Сергею Семеновичу Собянину, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент. Вас, наши силы, право и честь. Ура! Победа! Ура! Ура! Победа! Россия вперед! Поздравляю вас! Призываю всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за такую самую прогрессивную передовую Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие, тысячелетие, главный герой России всей планеты Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимира Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, его святейшего патриарха Московского Сия Руси Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиеву, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фродкова, Шойгу, Фурсенко, Голикова, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грозлова, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Группа «Несть и близкие», с любой уважением, учением, благодарностью. Благодарностью. Я
гордимся тобой. Сказали, что мы выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева. Многотысячные форумы все регионы России поддержали.